Коллеги, я приветствую вас, очень рада видеть. Мы добрались в село, которое окутано буквально водой со всех сторон, село Афонькино, которое сейчас, наверное, часто встречается в заголовках СМИ, и действительно здесь дела обстоят не очень хорошо. Дело в том, что здесь очень большой разлив воды, и под потопление попадает одна улица, сейчас три дома потоплены. Кроме того, здесь есть один из мостов, сейчас я вам его покажу. Вот через него протекает река Ишим, очень бурное течение, то есть течение, которое буквально способно смести все на своем пути. И, ну, в принципе, первые последствия уже есть. Вот этот мост, который буквально недавно возвели, он частично размыт оказался водой. Местные жители сюда ходят только самые смелые, потому что здесь обрушился фрагмент, часть асфальта, подмыла его вода в этом году, настолько сильное течение. И если можно видеть, вот здесь дома подбирается, вода подбирается к домам, и сейчас она у огородов, подбирается к теплицам. И нет никаких сомнений, что она вскоре окажется и в домах, потому что очень бурная река, очень большое течение, и вот этот фрагмент обрушившегося асфальта, который мы сейчас видим. Добраться сюда можно по воде, мы сюда на лодке попали, и сейчас как раз курсирует она между Ильинкой и Афонькино, доставляет людей сюда. Путь занимает около 10 минут. Ну вот такие новости, конечно, людей просят срочно эвакуироваться и спасать себя, свое здоровье, свои жизни и думать как-то о себе, о своих близких.